Читайте в свежем выпуске газеты «Комсомольская правда» в Украине. Что заставляет людей возвращаться в разоренные дома на разбитых улицах Донецка и Луганска? Честную и очень личную историю читайте в дневнике переселенца на странице 5. На странице 12 вас ждет эксклюзивный рассказ днепропетровских байкеров, которые вернулись из кругосветки на деревянной ладье. Как реагировали на путешественников греки и почему их игнорировали пираты? Новинки украинской недели моды. Абонементы за 15 тысяч гривен и коллекции, посвященные цветам и женщинам-патриотам. Все тренды будущей весны на странице 22. Это и многое другое в свежем номере «Комсомолки» от 16 октября.